результатов 315 килограмм. Призы от наших спонсоров, в том числе и денежный чек, получает Бубнов Дмитрий. 315 килограмм под дождем. В следующий раз мы думаем устроить шоу зимой. Итак, второе место. 335 килограмм. Представитель Екатеринбурга. Настоящий спасатель. Второе место. Пышвинцев Николай. Призы от наших спонсоров. Замечательный кубок. И грамота от нас России. Итак, второе место Пышвинцев Николай. Найденов Виктор, выйдите на середину, пожалуйста. Пусть народ полюбуется. Итак, 430,5 килограмм. Абсолютный рекорд России, выполненный на ваших глазах, несмотря на все погодные условия.